Светлый праздник Рождества Христова, и моя душа вполне готова всех друзей моих, поверь, братьев и сестер, поздравить с этим праздником и одновременно с Новым годом. Поздравляя, конечно, хочется всего доброго пожелать, но особенно благословений, упований на Господа. Одновременно краткенькое наставление хочу дать всем уповающим на Бога. Послание Тимофею, первое послание, 4 глава, 16 стих. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, поступая так, и себя спасешь, и слушающих тебя. И одновременно к этому стиху хочется прибавить второе послание Петра, 3 глава, последний, 18 стих. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Возрастать в благодати, конечно, можно тогда, когда вникаешь в себя, вспоминаешь все милости Божьи, сколько Он нам подарил, сколько простил. Милости Господни вспоминай, читай. И если мы вспоминаем, сколько нам прощено, мы, конечно, обязательно будем возрастать в благодати, в том, сколько милости Господь нам явил. И это очень главное в нашей жизни. Конечно, мы все люди родились грешными, а Иисус говорит нам на горной проповеди, чтобы мы искали чистого сердца, блаженны чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Богу узрят не только в вечности, но и здесь наше сердце, если оно очищается, оно ощутит Бога, ощутит Иисуса Христа, ощутит неизменную любовь к Нему, когда мы, возрастая в благодати, поймем, сколько нам прощено. Давид говорит, грехов юности моей не вспоминай. Конечно, многие, совершившие в благодати, вспомнят юность, где много было неугодного Богу. Меня многие поздравляют. Многие считают, что я как-то совершился, а я вспоминаю и благодарю Бога за многое прощенное. И грехов юности моей не вспоминай, я повторяю. Это обязательно, братья и сестры. Это будет возраст познания благодати Господа и образа Иисуса Христа, когда Он много нам простил, мы Его еще больше и больше любим. Поэтому в эти дни рождественские, канун Нового года, я очень пожелаю вам, миленькие братья и сестры, возрастайте в благодати Божьей, в познании Господа, Спасителя Иисуса Христа. В этом будет наша жизнь. Если мы живем и возрастаем, мы и радуемся. А если мы перестали возрастать в познании Господа Иисуса Христа, то мы перестали освящаться. И это нам не даст успеха в жизни. И в этой жизни мы радостны не будем. И не будем приближаться ближе и ближе к Нему. В этом я хотел бы вам пожелать, друзья милые. И, конечно, у меня состояние сейчас домашнее больше, потому что приближаюсь к большой крепости с двумя инфарктами. Но, слава Богу, возраст все-таки есть. За полгода вот я прочитал 3 раза с половиной священную книгу Библии.
И если мы будем углубляться в чтение Слова Божьего, в Библию, то мы и будем возрастать в благодати. Да благословит всех уповающих на Господа Господь в этом желании возрастать в познании Его и в очищении сердца от всего неугодного. А очищение еще много-много можно считать нужным и пожелать всем. Да благословит вас всех Господь, милые братья и сестры. Аминь.